все взял? На показать. Сережка, ты там еще долго копошиться будешь. Скажи мне, пожалуйста. Со своими авоськами. Друзья, всем привет, с вами Дискрепан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, барахолочка, Катюша. Я же, у меня же какая радость, елки-палки. Галя, спасибо огромное за этот шедевр. Сейчас пойду по людям, по экспертам, интересоваться. Смотри, это что, наш Моня? Катя, сам Бог велел нам котов сегодня снять. Офигеть, агрегат какой! Со всеми делами, да? Та ты что, под это дело? Та ты что, еще и сидит как надо. Ага. Все, там оператор взяла хватку у кота, увидела, понеслась. Вот это кабан. И так же орет, как наш Моня, слышишь? Катя, что за лапы? Ты видела, какие здоровые? Ты что, снегоходы прямо? Короче, я уже забыл. Слышишь? Ты хотел сказать, что спасибо... Гале. Я говорил, я неоднократно скажу. Что-то очень интересное. Хочу показать по людям. Тут же эксперты сидят, может, скажут точно для чего. Ну, из последней Галиной информации, это для разделки замороженных продуктов. Не знаю там. Карася. Заморозить надо срочно. Ну я же его не морожу, елки-палки. Та ты что? Ладно, а вот это я чисто на показать, чтобы люди порадовались. Это называется же... хвастовство, Сережа. Ты думаешь? Ну да. А ну высунь язык, повытирай его и извинись, елки-палки. Ты еще с утра уже сестре похвастался. Мужу, Катя, сестре похвастался. Это хвастовство. Это дурочка, у меня в моем детстве не так называлось. Когда, когда что-то люди давали, я радовался искренне. И до сих пор я так живу. Катя, в это непростое время надо оставаться, быть простым. Поняла? Так вот это про меня, ребята, и вам радуйся, рекомендую. Радуйся, Любчик, радуйся. Хорошо. Радовать! Хочу тебя сегодня радовать. Голоса нет, но я постараюсь что-то для вас натянуть. Ты что, Катя, это же пипец. Это Утесов, собрание в трех пластинках. Каннолевые такие в оригинальной коробке. Ты посмотри, здесь такие песни. Смотри, особенно на третьей. Ты что, я тебе говорю, блин. Смотри, у самовара я и моя Катя. Прикус чай пить будем до утра. Эх ты. Это же Лещенко пел. Хотя вот тут я не знаю, кто раньше, Утесов или Лещенко. Кто у кого учился. Монолог с самим собой. Ладно, сегодня. Я с тобой, короче, не порадуешься. Просто людям покажу. Я вот багажнику, например, радуюсь. Ну и радуйся. Это всего лишь багажник. А вот это вот легенда и история. И такого ни у кого в Одессе нет. Теперь есть уже, все, у меня. Спасибо, Ридненька. Ты что, такая мадам заехала с Николаева вчера, пипец. Ух, и плов приготовили. Хорошо, любовь моя. Ты поняла? Мы сегодня приперлись как молодцы. Прямо, как никогда аж, рано, прямо да? Аж сильно с утра пораньше. Даже Марат еще спит. Маратик пусть спит. Сережа, у тебя ты запутался в сетях, скажи. Да. Может, тебе помощь нужна? Это ты сети... уже битый, Катя. 15 минут стоишь, играешься. Это сети... С пустой теперь, с наполненной. Я же думаю, где же у нее вот этот вот? Сейчас что? Все будет нормально. У нее что, есть вот этот вот, то, что ты ищешь? Углы. Попробуй авоськи углы найди. А я знаю где. Вот. Все, теперь смотри, а? Ага. Легла, что книга, елки-палки. Так, и это возьму показать. Похвастаться. Слышишь? А. Звезда моя. Смотри, люди только-только-только пришли. Перестань такое говорить. Я тебе сказал, давай начнем с животных, а? Давай. Туда-сюда быстренько давно не показывали. Может, еще одного люка себе найдем? Утро доброе, здрасте. Что хотел поинтересоваться? Вот такое вот попадалось вам? Это вот... что-то для рыбы? Ну, что-то типа да. Это для рыбы. Как будто бы для замороженных продуктов. Это, наверное, глаз выковыривать у большой. Что-то да, но это точно нож для рыбы. Ага. Что-то ну, интересное. Такой у вас не проплывал, да? Я не проплывал. Сам первый раз вижу, ладно. Вот видите, как вы заимели, какую штучку. Вот эта вот штучка Утесов
коллекционный в трех пластинках. Каннолевые, короче, пипец. Это я так, чисто порадоваться. Вчера мадам говорит, я с 22-го года мечтаю к вам приехать. Да. Оригинал? Это подарок, подарили. Чудесно. Теперь, это не дешевый подарок? Ну, скажем, у Леонида. Это вообще, это дороже денег. Спасибо огромное. Катя, нам срочно надо проигрыватель. А я же... Приятно увидеть. Все, так я и пришел людям показать. Она мне говорит, я хвастаться. Я порадоваться, Катя. Совершенно верно. И я очень рад за вас. Спасибо. Я когда заимею хороший патефон, не патефон, а как это называется? Проигрыватель. Мы слышим, да? Да. Вот. Это же Одесса, это же Утесов. Да. Оно же одно без другого и быть-то не может. Все, делай паузу, погнали на животных. Боже мой, как хорошо, Катюша. Но зачем делать паузу? Дай людям чуть-чуть вот атмосферу. А что показывать? Там уже за асфальтир. Типа, ты что, уже был тот понедельник, когда уже было официальное открытие того гоночного асфальта? Ну нет же еще. Как? Уже лежит? А, точно лежит. Замуровали, елки-палки, трещины вот это вот. Там, блин, по той дороге гадать можно было. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Боже, какая коллекционеры, рука. Коллекционеры единственные в Одессе. 4 октября была премьера, немедленно в кинотеатр. Да вы шо, Джокер сидит, а шо он там и ДБ вот целый прячет, такой, короче. Такой. Ага, вот это оригинал. Не ход, то есть, конечно, он но тяжелый. Срез багажника сзади. Вот я вижу. А носки да какие шо, у него, прям как, слышишь? Как кубик-рубик. Не, смотри. Богатые ездят на Роллс-Ройсе, там вот это вот крылатое сзади, вылетает. А мы можем себе такого засандалить. Ты что? Держит в руках маску такую. Красавчик. Прямо красавчик. Научили говорить уже их? Да нет, это молодежь. Но они у вас здесь давно стоят? А ты думаешь... Нет, это... Катя, ты думаешь, чего он их сюда выносит? Не продавать, чтобы они учились разговаривать. Тут постоишь вот так вот. Да что ж ты? Слышь, яйца нема с собой? Сырого. Ты я, себе там бы, да я бы погонял. Так у меня одна. Я сегодня их пять вынес, короче, как запели. Покормил? Я чуть не оглох, и мы уехали. Да? Да? А я думал, наоборот, эти сисеть начнут, не? Те быстрее учатся. Все, вам крепкого здоровья, погнали дальше. Хорошего дня. А ну, подожди, я вот здесь вот сейчас гляну. Что, вот эту вот уехали, колясочку? Я видела. Колясочка обалденная. Она уже здесь стояла очень да симпатичная. Да ты что? Угу. Катя, мы на самом деле, Дасте, очень рано. А я люблю так. Вот прямо только сейчас все происходит. Как интересно, да? Ёханый бабай, пирожки с утра пораньше я столько в жизни не видел. Ты что, две лоханки и мармитка? Ох, как ты слышишь? Ну да. Ты слышишь как? Да я слышу, мы же тогда хотели купить, а она потом подорожала, да? А дедушка какой? Что, не подешевела ваша музыка ветра, вот эта японская? Я ж помню, блин. А, не продают. Предлагали из-за принципа любые деньги. Да. Думали, я куплю. Что, с наступающим? Скоро. Йо-хо-хо, да. А мне там такая красота скоро приедет. А ты знаешь? Катя, и знать не хочу. Я когда вижу животных, у меня все как отшибает. Как это знать не хочешь, Сережа? Аленочки, как ты говоришь, нет. Ну порадуйся со мной, Сереженька. Вот порадуйся. Я очень рад за тебя. Я вот хвастаться не буду, только с тобой поделюсь. Хорошо, хорошо. О, опять музей выехал вот этот вот. О, какое-то панно. Патроны, патронтаж. Мне, слышишь, мне этот тубус надо для спиннинга. У меня же есть нормальный теперь спиннинг. Нет нормального тубуса. Вот мне нравятся вот эти украшения, ты знаешь? Как думаешь, это дорого? Да я знаю. Здрасте, доброе утро. Там и так позалипать. Мы уже здесь, в принципе, все знаем, да. Катя, повезло тебе, что у меня нет кабинета. Почему? А я бы сейчас тогда очень сильно захотел эту зеленую лампу. Посмотри. Бачишь, какая красивая. Ой, Сережа, ну что ты в самом деле? Ты, кабинет, лампа. Вот то лежишь там на диванчике скромно и хорошо. Так я понял, что у меня голос. А у меня от тебя голос пропал. Ведешь себя опять не музыкально. О, смотри, кислицы маленькие. Ёханый бабай, может возьмем еще штук 5? А куда же? Всего 2. Ну, да они такие прекрасные, так растут замечательно. Кстати,
Что, кстати? Чтобы они не замерзли, их не пора заносить? Нет. Еще рано. Еще рано? Здрасте, и спасибо огромное за ваши гортензии. Ох, они у нас и растут. Боже мой. Мы а тут стоят и жужжат. Все равно это только реклама. Это только реклама. Я говорю, вот у нас распродажи. Какая реклама? Ехайте к нам в огород и посмотрите. Елки-палки. Ты что? А что, у вас и киви даже есть? Да. И хурма есть. И актинидия сейчас по акции. А что это такое? Это мини-киви. Мини-киви. А вот это киви? Нет, вот киви. А это что? Вот она, киви. Блин, да. А почем? Вот такие груши с вкусом ананаса и банана. Шикардос. Хорошо, почем этот акционный киви? 900 гривен. Катя, надо взять, мы что, ничего не будем покупать? Давай возьмем на сдачу себе киви, пожалуйста. Пошли я пока хочу... гулять. Здрасте. Ребята, вот здесь прогуляйтесь, у меня осталось 5 штуки. Хорошо. Они, смотрите, видите? Сейчас кругом полно, но сеянцы, которые через 9 лет дадут вам. Я их завтра тоже сеянцы вынесу. Пусть берут дешевое. Но это, видите, прививка идет. Это в следующем году уже у вас зацветет. И тебя что, не впечатляет этот рассказ? Зеленые мохнатые. Забронируйте нам один самый лучший. Устал я садить твои цветы, хочу что-нибудь человеческое. А ты его к винограду? Ну, садить, чтобы арка была. Я знаю, у меня там есть. А куда ты его посадишь, к винограду? Я еще одну себе этот зонтик такой закажу, поняла? Чисто для киви. Где же у нас будет еще один такой зонтик? Выкопаю пару твоих... Вы будете кушать его до весны. Это лёжки киви. Актинидию нужно сразу съедать. А этот в ящички сложили осенью. И все. И мы последний в мае месяце доедем. И всю жизнь сладкие? У тебя витамин С. Да, Катя, ты что, это же такой мощный продукт. Все, один наш. Домовилась. Вот я трачу ее деньги, как использовать. А вот это как у что? Светы эти цветы сумасшедшие. Как у Светы... Вот, смотри. Это бегония, а она говорит, как у Светы. Нет, как такого сорта? Света подарила нам одну такую скидку. Вот такие же. Я думал, как у Светы это название. Слушайте, я чувствую, пахнет на самом деле. Бегония. Шикарная. Посмотри, какая. Идем, или животных снимем, пока не закрылись. Офигеть. Ё-моё. Здрасте. Ох, и пантеры красивые. Это же бенгалы, да? Бенгалы. Ой-ой-ой. Такого у нас еще нету мальчика, красавчика. С таким голосом? Слышно, у него тембр, как у Марата. И а усы такие какой же. Какой черный, смотри, красивый. Ну, они очень красивые. А лежит как благородно, поняла? А это что, девочки? Нет, это тоже мальчики. А, тоже мальчики? Тоже мальчики. Здрасте, здрасте, здрасте. Есть браманы, есть такие же там. И что, почем такая прелесть? Да вы шо, Катя? А почему так? Все, нафиг тот киви, берем кота. Чиколюсий? Очень красивый. Со всеми документами. А мявкает, как нежно. Спасибо. Чихуахуа. Ты знаешь, Сереженька, с возрастом мне больше нравится, когда кошечки не мяукают. Я вот поняла для себя. Хорошо, а как, мы живем сейчас в таком мире? Ага. Что, все мяукают? Высоких технологий нет. Что там, если французики храпят, то там можно отвезти там им перегородочку бабах-трахбах, и они уже не храпят. МДБ целый мешают, пошел чик-чирик, и уже это. Это уже хорошо. Немножко на издевательство. Какое-то. А нельзя, как вы этот? Что? Как тут волк до кузнеца пошел, и ему там подковали. Сделать, чтобы красиво, нежно мяукало, не? Сторожевая какая, блин, маленький кабан. Смотри. И лежат же что-то там, те ребят себя. И не поймешь, где, кто из них игрушка. Ай, смешнючие какие. Сражаются. А мне написали, поняла? Из Германии. О, люди. Здрасте. Так это ж такую наша Ульяна хотела. Бишон фризе. Нет, белая, мне кажется... пушистая, полукучеря. Слышишь, что я говорю? Шо-шо? Совсем уже дурная. Смотри, какие глазки. Еще ты даже не повернешься. Так оно и тебе и не надо. Устал. У них стресс, когда они здесь. Они, угу. Я же, конечно, не хочу тут, общаться с вами. Тут же такое движение, столько запахов, все новое. А я, говорит, хочу домой. Маленький. Красавчик. Мальчик. Катенька, смотри, ты помимо того, что снимаешь красивые личики, так не забывай еще снимать красивые, красивые телефончики. Не, давайте я вам скажу. Это не тот телефон? Нет, это мой телефон, только
вас этот заблокирован. Чего? 98? А чего? ТикТок? Нет. А, тогда можно. Это YouTube, это для людей. У нас вообще нет ТикТока, елки-палки. Девушка, тогда снимай. Снимай по полной, елки-палки. А что, в ТикТоке блокируют телефон? Да, нельзя показывать телефон. Надо только проговаривать. Ё-мо, так я могу и приговорить. Может, там уже кто-то будет с нас ТикТок писать, елки-палки. 098-456-1565. Лена. Красивая фриза. Все, спасибо. Видишь, какие новости я узнал? Что в ТикТоке телефон нельзя. Вот мне интересно. У самого... Вот хоть... Да ты пой, я буду думать. А я вот, не могу петь, Катя, что-то с голосом вот беда. Вот хоть раз еще мы можем встретить здесь кавалерчика? Кавалера? Боже, да. Здрасте. А боже, я не знаю. Боже, боже, посмотри второго на это второго такого нет. Ой-ой-ой, тихо, не буди. Французский тоже с телефоном снимает. Ты грозявец. Боже. Слушай, так тут везде телефон. А Яна хочет шпица. А, шпица? У них во дворе есть мальчик, его зовут Марк. Я видел. Ей нравится мальчик, а у мальчика есть шпица, поэтому она хочет такого же шпица, как у мальчика. Смотри, какие куколки. Да ты что? Вот. В этом месте сконцентрирована вся доброта, теплота и радость Одессы мамы. Ты понимаешь, вот в этих вот... Здрасте. Мяу-мяу. Гау-гау. Ну как жарко? Они веселятся. Да ты что? Первый раз в люди. Ты бачишь? А кто-то не переживает, как будто бы всю жизнь сюда катается. А оно же еще и генами передается через маму, через посмотри, папу. Посмотри, ребенка спит. Не-не, спят вот эти. Слушай, я вообще думал, что их здесь двое, а их здесь чуть больше. Раз, два. Четверо. Их оставляют, что-то снится. Угу. Ух ты что. Катя, ты посмотри на этот взгляд того котенка. Ну, это же... Слышишь, так у них вообще взгляд у всех. Это родня твоей любимой кошки из нашего кагала кошек. Это ж британцы. А вот любимая собака дяди Димы и не только. Бигль. Да? Да, ты что? Угорелые ребята. Привет. Здорово. А у него на носу пятно родимое. И у того, а у них у всех, да. Одна семья. Что такое то? Кто ты? Кто ты тут? О, смотри, смотри на это. Посмотри на это чудо. Это Америка. А, нет, то ребенок. Ты видишь, ребенок. Детское счастье. А это американец отдыхает. А вот, а это хлопчик. А это хлопчик, да ты что? А это что, девчонка? Файно. Завод питомник Royal Snowboard. Или что? О, смотри, какие они красивые. Ого. Ой, ты... Смотри, сейчас не погавкали. Здрасте. А мы же вроде бы сняли. Сейчас еще раз снимем. Тихо. Это... Видишь, как они охраняют свою прическу. Ты посмотри, какие... Да ты что, волосатенькие? Вы что, сегодня выходная? Или еще не дошли? Нет, это я подруга. Не время? Да. Юрий. А сколько месяцев? Ему 5 месяцев. 5 месяцев. Молодой, да, серьезный чемпион. 8 тысяч. Давай, может быть, кто-то у тебя увидит его и захотят купить. Так вы же покажите, чтобы вы увидели. Да. Ох, мы с вашей Марабельки сварили компот. Боже мой, что за шедевр. И Марат. И... Что? Диктуйте. 097-21-83-83-990 Анжела. 990 Анжела. Анжела. Да, Юрий. Бантик в подарок? Бантик в подарок. Слава Богу. Все, по-любому заберут. Что вы говорите, сварили компот? Стерина. Ага. Еще лучше даже, чем вот с той Марабели. Ой, попробуешь. А что у вас осталось? Да, подойдешь. Вот я куплю киви, я на сдаче компота наберу. Все, ой, до встречи. Ой, ну они вообще просто, я не могу. Катя, не лезь туда. Шарики такие, смотри.
И гавкают всех воспитывают. Родственники Майкл Джексон. Классные. Очень классные. А где у них там ушки? Ушки? Они же как-то слышат тебя. Глазки да, видно. И зубки есть уже. Даже показал. Ну посмотри на них, ну это вообще просто. А шаг делаешь, и они начинают. Угу. Блин, ну на самом деле ушей нет. Ты понимаешь? Они умеют охранять свою территорию, а эти еще нет. А эти уже охранники. Сними телефон, уже породистые. КСУФСИ. Дополнение какое-то. До породы. Ну, наверное, про круглые головки. Головы. Привет. И ты привет. Слушай, а на самом деле, да? Вот сколько мы здесь раз были, ходили? Сколько есть, ты имеешь в виду, и до сих пор кавалера не увидели? Да. Боксерчики красивые. А, вот такие Елисею очень нравятся. Боксеры? Угу. Ё-моё, ты посмотри. Опа, какие люди. Здрасте. Как там ваш ресторан? Слава богу, Житомир опять, и вы здесь, да? Что, только Ничего. Бутылку купили? Да. Здрасте. Да. Здравствуйте. Ёханый бабай. Да, 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 да. А мы хотим вот так вот немножечко животных показать, потом по барахолке погулять. Так что. И что, слюни текут? Эмоции. Я говорю, да. Здесь вся доброта. Все тепло. 100%. Супер, конечно. Мы еще не на эстонке. Да, слава богу, все, до встречи. Давайте увидимся неоднократно. Да. Так ты мне вот уже второй раз не дал сказать, а мне с Германии прислали фотографию триколора девочки, да ты кавалера, шо? Да. Я тебе вчера показывала, между прочим. Так поехали на случку. Да, кстати. А потом еще раз за щенком съездим. Ну сначала надо, чтобы Люк получил все регалии. Я давно хотел в Германию поехать. Так, а потом, Катя, может, ты и на случку сможешь съездить. Это не то, что ты, вот понимаешь, не надо было никаких регалий давай съездим получать. На случку, ага. А потом поедем за щенком и подвезем регалии. Что, так нельзя? Аванс называется? Не знаю, не знаю. О, кучеряшки какие. Ты что, ты что, ты что? Ой, чтоб не выпал. Так хорошо, а я договорил, ты меня все время сбиваешь, что я тоже не договорил. Давай, скажи. Мы сколько ходим, что не было кавалеров, да, второй раз? 33 маленький ребеночек залез на ручки. Через год, наоборот, уже вас будет носить. Возить. Ну договаривай, Сереженька, ни разу не видел кавалера. Да, не, вот не, дефицит порода, все. А судя по тому, что мы были на чемпионате, это и выставочном, и там тоже не было кавалеров. Так получается, мы тоже. Братик, да я взял себе пластинки, теперь надо хотя бы их послушать. Оно же будет гавкать, я же ничего не услышу. О, привет, смотри, вот так у себя выбирают собаку. Вот это, конечно, красота. Ай-яй-яй. Кстати, цена довольно-таки... Да, они неадекватные. Но получаешь, конечно, такие мозги. Самые послушные собаки. Ага. Даже лучше, чем овчарки. Поддаются воспитанию. Это вообще, да, это... Поддаются воспитанию, дрессировке. Предел. Прыгают, умные, какие послушные. Так вот, как посмотришь, они исполняют, как они по жестам, вот это вот к ноге, он от ноги не отходит. Прыгают, они берут такие высоты, что просто кошмар. Ну, а хотя с нашими кошками это невозможно, потому что он ее достанет прямо аж, не знаю, там, метра за 4. Бегучие, да? Так, Катя, я не делаю, ты просто обалдеешь. Небольшой паркан будет взять. Супер. А что у вас есть номер телефона? Продиктуйте, так я людям расскажу. 068-1120-224. Наталья. И что, почем они? 8000. Тю-ю, Кать. Вообще, почти бесплатно за такую прелесть. Ребята, крепкого здоровья. Это солидол, ты понял? Солид, здрасте. Конечно, вообще, слушай, прям волосы, а не шерсть, посмотри. Ну а что ты думала?
Ну что-то есть одна шевелюка. У него тоже вот эта вот грива длиннее, чем остальное тело. Тоже для королев выращивали, 100%. Ну да, на самом деле, раньше же надо было как-то веселиться. Ни интернета, ни телевизоров, ничего не было. Спит, устал. Поспать захотелось. Эти неугомонные. Это вечный двигатель. Да. Он просто так смотрит, думает, так, тебя я еще не гонял сегодня. Но я тебя запомню. Здрасте. Купите собачку. Это же что? Кто? Шиц? Шицу, да. Шицу. Три месяца девочка. Ёлки-палки, боже мой. Смотрите, как красотка. Так вы ее продайте по телефону. Скажите ваш телефон, куда позвонить. 096. 096. Мы просто видео оставим, а кому 25, надо. 25-0228. Все. Записали? Так что, ребята, Мона Лиза. Еще раз давайте. 096-725-0228. Что вы нам были здоровы? Все. Спасибо. А мы для вас и ходим, да. Делаем людям добро. Здрасте. Бог в помощь. А вы всегда что-то создаете, что-то шьете, что-то творите. Вот молодцы. О, Катя, аккуратно, тут как гавкнут, сейчас обалдеешь. Смотри, какие, блин. А? Красавцы. Алабайчики. Алабай, да. А у того уши стоит что? Ой, боже мой. Это алабай, я тебе говорю, сейчас как гавкнет, ты обалдеешь. Все, это уже ушел. Ты посмотри, и уже тявкают друг на друга. Осталось за мальчика. 2 месяца. Красавцы, Мишка. Катя, они с детства рождены уже защищать, охранять? Да, да. Да, это... Я боюсь. Это о высоком. Все, приятные поездки. Да? Да. Я вот тоже, я больше вот таких вот. Глаза выкатят, да-да-да-да-да, и не договоришься. А этот такой хороший. Ну, так, да, он один раз по локоть укусил, и все. Не, а мы снимаем для ютубчика, да. Иногда снимаем, да. И сейчас тоже. Вот уже у меня оператор вон стоит, снимает. Вот самый смелый. Нет, это микрофоны. Это нам Галкин подарил. Самый смелый. Да, так что. Катюня, опять, короче, уже садится передатчик раньше времени. Блин, слабенькие начали выпускать. То ли мы сильно часто снимаем. Наверное. Ага. Сереж, а ты не хочешь? Я сказал, что следующая модель купить? Там на 5 часов больше. Смотри, это какие-то пенисетумы зеленые. Ну а что нет? Ты хочешь взять такой? Подожди, да я сначала киви куплю. Ну это красивый куст. Ну и вон та мелкая, мне кажется, тоже красивая. Очень красивый. Такой именно так вот пятнами посадить. Все. И как будто бы в килье, в камышах, поняла? Да. Вот такой у нас есть. А спроси, сколько вот стоит? Вот тут пятнистый? А почем пенисетум? Или вот то вот волосатенькое? А, ты, да, у нас такой черный растет, а этот красивый. В какую цену? Вот кольцо. Вот это, 350. А вот это? Это мискантус. Вот мискантус зебрина. У нас, такой у нас есть. У нас, да, уже есть такой. А вот это вот мискантус такой, ну, по росту. Этот кается выше, он где-то метра 70. Да, он растет хорошо. А этот уже максимально вот его рост? Вот это вот кается. Ну, потому что он уже выпустил перья. Да, я все. Тоже так думаю. А вот такой вот хороший, Катя. А вот тут мелкий. А там их два. Один очень густой, наверное, гривен. Не, вот этот. А большой нам такой не надо, он растет. Зачем тебе? А тот высокий, видишь? А вот это вот мелкая такая. Это просто. Катя, у нас что-то такое растет, нам Алена давала, но он сейчас начал тоже выпускать стрелы. Да. Давай подождем на наши стрелы. Опять же. Можно селфи сделать? Брат, конечно, ты что, с удовольствием, шмаляй. А у нас темный есть. Наш черный. Ты что, купил или продаешь? Такие черные. Ай-ё, красавцы. Темнее. Черные. Все, братья, крепкого здоровья. А мы же постоянно и снимаем, чтобы людям было что смотреть. Ну, вот есть. Везде и привозы, что-то жарим, так что. Все, слава богу. От души. Ага. В любое время. Забегай. Но он... Ой, боже мой. Но так они высокие, да, вырастают? Вот. Вот это его высота.
А тебе это такая не... Высокий. Ага. Да, вот тот, вот там он стоит. Один такой розовый туман. Вот этот высокий, да. А? Сколько он? 200. Там хороший кустик, он просто делен весной. Давай возьмем вот этот и вот... Не хочешь? Я не хочу сейчас немножечко носить пока. Я даже не брал с собой вторую авоську, ты что? Эх, побереги мне спину. Ходить с такой авоськой и говорить, что я не хочу нести. У меня еще такие четыре. Только у меня есть. И уже и у меня. Я же тут шедевр ношу. Ладно, давай подумаем. Ну, они же еще есть, сейчас возьмем. Хорошо, все, пожди. Катя, я сегодня не планировал вообще сильно работать. Думал, киви посажу и успокоюсь. Еще надо будет один корешок пионов посадить, тоже там доезжает. Сегодня именно. Ой, эти бози, какие розовые носики. Какие красивые носики. Сумасшедшие. Этот ребенок ходит, тягает эту собаку. Так все, уже можем сворачивать. Куда ты идешь? Ну вот сейчас на кошечек зашли и пошли. Твои любимые котята, Сереженька. Тут все мое любимое. Сейчас вот там мадам стоит. Какая? Вот та известная. Если то были бенгалы, то абиссин, блин. Блин, абиссин, поняла? У Галкиных такие коты? Да, но больше. Игрушек много. Минкуны. Это персики. Они их любят. А этот как наш Беня, ты видишь такой? Делаем всякие. Красивый. А вот еще минкуны. О, тут вообще территория минкунов. О, это дымчатые такие, как у Ани сейчас. Гриша, здрасте. Наши коты. Красавцы. Тоже усы обрубанные. А они когда маленькие, у них все время так. А потом такие длинные вырастают, что обалдеешь. Ну, я поняла, да. Британские котята. Откуда звук? А, вон, да-да-да, так же мявкает. Как наша. Я думал, что Хана наша. Ты вот так вот купи Бене шлейку, будешь его гулять по огороду. Он же любит у нас гулять. А ты гоняешься за ним. Ну, он будет, мне кажется, он хочет именно так гулять, свободно. Ну, так ты на поводке не пробовала. Попробуй на поводке, я думаю, что он не откажется. О, как незнаком этот. Мяу. Да, в них все красиво, кроме голоса. Мяу. Не, а малыш какой? Ну, красивый, ну, мне кажется... Да, вот такая, ты посмотри, какая, блин. Сразу британцев слышишь. Да, да. Так у нас есть. Лицо такое, как будто бы на всей скорости об трамвай ударилось именно. Чбок, и сразу Сережа, красиво. Сережа, ты сейчас обидел всех британцев. Я ничего не обидел, я... Красивые коты. Это характерное красив... отличие, конечно, да. Красивые. И мяшкают одинаково. Слышишь, ну это хоть погладить можно, нашу вообще невозможно. Очень ласковые, кстати. Ну, вы такая одна в Одессе, получается. Ну, вот эти вот... О, этого все носят, красавца рыжего. Он а, все уже? Да, ты что? Он пришел сестер продавать. Обратите внимание, у нас есть сестрички. Он всегда должен быть под контролем, чтобы он видел, куда они едут. Да. Сколько килограмм? 9. Ну, что? Маленький мальчик. Катя, да у него 11 месяцев. У него только лицо 4 килограмма. Смотри, лапа просто огромная. Просто кабан. Ёлки-палки. Так ему еще расти и расти. Да. Ага. У нас такой же рыжий. Моня. Ну, такой же, не Моня. Такой же. Ну, такой же, не такой же, но... 15 лет но Минкун. И себе я знаю, что... А где? У тебя нема фотографий? Нема, ладно, сфотографируем потом. Это кабан 11 месяцев 9 килограмм. Породистый лев. Ага. Ну, а... Что, Ты видишь, они, этот немножко другой. У него не но так они... много шерсти. Катя, это смена шерсти. Сейчас же пух уходит. Мы тоже думали, что у нас не слава богу. А потом, когда ко второму году, как начал таким становиться красавцем. С 9 до года и двух меняется шерсть. Хорошая грива. Очень, очень, очень.
хороший. Ты же лицо такое, что... Лобяка такая, да. Славная. Генофонд, Катя, или как там говорят? Да. О. Это то, что мы не разбазарили за войну. А могли. Красавчик. Что? Как там, не дождутся, елки-палки? Да. Да. Лучшие коты только в Одессе. Ну, та ты что, та ты что. 5 месяцев. У них один и тот же папа. Огромный черный кот. Неимоверной красоты. Ну, по очереди будем ходить. Ну, короче, имеет гарем, слава богу. Супречная репутация, да, Вика? Проверенная годами. Дай бог вам здоровья. Котята британцы белые. Так а что, нема вот этих обесинов? Она же смотри здесь, на мадам, стояла. Обалдеть! Нифига себе, голубее, чем у меня в детстве. Да. Ты посмотри. Вообще, да? Небесная. Потому что альбиноска, наверное, поэтому. А, так она хотела, чтобы домой забрала. Вот. Что, вот, нет. Ну, а, это ты вот такого хотела? Вот этот с огромными ушами? Да. Здравствуйте. А как эта порода вот такая интересная? Это ориентальчики. Ориентал, да, да. Восточная короткошерстная кошка. У них очень длинные ножки, тонкая длинная тельца. Шерсть короткая. И ни на что не похожие уши. А темперамент? Уши. Вон там шикарно. Еще один. Это котопес. Посмотрите в интернете, кот грузин вам подтянет ориков, и вы посмотрите про породу, прочитаете, про характер. Почем этот эксклюзив? Эти товарищи 500. Слава богу, что товарищи, не вышли. Ты смотри, они прям как ежики. Когда-то можно себе позволить. У них подшерстка нет, они не кидают пух, как обычные котики. Угу. Не, они по темпераменту похожи. Ты же читала, она загорелась, захотела себе ориентала. Ну уже, по крайней мере, да, знаешь где. И вот еще, елки-палки, ты что? Все просто помладше, этим 7,5 месяцев, тем по 5 месяцев. Ага. Катя, веслоухи, елки-палки. Не, они как мыши летучие. Да там и много досталось. Красивые кошки. Детки, смотри, вон смотри, хотят. Сидят маленькие. Продолжают традиции. Наши молдаваночки. О, красавцы, лежат на солнышке, греются. Здрасте. Ты что, тихие, спокойные. Благородство. Там не просто ходить приятно с этими пластинками, понимаешь? Даже никому не показывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Папийон. Континентальный тойс панель. О, ты видишь тоже из... Сергей не кушает, панели, да? Из панели. Посмотри, да? Они втроем сели такие. Ага. А? Прямо именно вьются на ветру? Нет, посмотри, как они, оп. Тебе такие красивые вы. Наверное, что-то нашим люком есть. А ну видишь тоже что-то со спаниелем? Тойс спаниель, а маленький спаниель. Это, наверное, тойс со спаниелем свели. Ну, такие тоже не часто попадаются. Вот агрегат. Здрасте. А, так он не один. С корешем приехал. Ты шо, кабанчики? Мальчик и девочка. Красота в каждой складке. Катя, аккуратно, чтобы не перекусил тебе фильмоскоп. Ты думаешь, может? Мне тоже кажется, пока что не может. А я шучу, я... Потом не может. Да? Собаки Бергена, Гриши, проводили для маленьких детей. У них убивало. Привет. Да ты шо? Это вот такой вот массивный овнуши. Они небольшие. Это как дельфины, огромные, большие, вроде бы боишься, я понимаю, что доброта одна сплошная. Ты посмотри, ну он прямо видно, что он такой неагрессивный. Здрасте. Ох, елки-палки, я не сразу понял, что это у вас такое. Ты что, в костюме? Вы вели на погулять? Да, это вот смотри, а ты что, а у них что, усиков нет или дома оставил? Еще в
развиваются. А, то только растут? Да. Какой ты лупоглазый. Боже мой. Ага. Мужик такой в костюме весь нарядный вышел. Кто? Той пудель шоколад. Ты представляешь, как нам повезло? Тут тоже видишь рассадник. Что повезло? Киви не забыть купить. Приобрести люка. Ты понимаешь, как сложились звезды? А? А я тебе говорила, снег, куда идти? Какие собачки? А я тебе говорил, идем. Идем, я что-то чувствую. Шпиц. Еще бигли. А это... А, шнаут. Это Сергей в Харькове мечтает о такой собачке. А что мечтает? Сел на поезд и уехал с счастьем это обратно. Это для вас. Да мы можем даже передать, пересылайте деньги. Все. А ну, сними, Сергей, вот эти вот цифры. Смотрите, у нас черная девочка и черная и пересоль девочка. Да ты что? Я вот, а сколько вот этот серый красивый стоит? $500 всего лишь. Красавчик. А чего у него так ушки вывернулись? Это он да их вывернул? Да это просто только что чесалось. Они же играются туда-сюда, туда-сюда. Дайте вам обратно. Все. Нормально, полноценно, не переживай. Вот, смотрите, какая красота. Серега. Шикарное счастье горло, вот на ладони. Шикарные зубы. Даже уже кутня есть. Ты куда лезешь? Тебе уже показывали. Вот. Чистые глаза, видите, никаких потеков красных, ничего нету. Вот. И ты хочешь. Ну, вот шицу какой красавец. Ага. Видите, какой шицу красавец. Там девчонечка, он черно-белая. Отдыхает маленькая. И беглюшки, мальчик с девчонкой. Супер красавцы и квадратная морда. Вот, видно, короче, вот полноценная порода. Полноценная, да, не мешанная. Угу. Мама не выставлялась, но не уступает папе. А ей нема, когда она детей воспитывает. Это тоже. Правильно. Каждому свое. Спасибо. Пожалуйста. На весь Харьков теперь увидят, что Серега хочет. Ну, один остался. Красавчик. Французский. Бум. А он такой сидит с чувством, с толком, с расстановком. Это она. Девочка, да. Такая прямо. Высматривает то, что ей нравится. Ищет своего хозяина. Вот он же. Смотри, какие. Ой, боже мой, что это за счастье? А, вон, не спит. Судя по сладкому, не поймешь, что у него происходит. Ты боже мой. Ага. Каждый там по своему месту разбился. Ну, не без этого. Пусть дети отдыхают. Цверк. Ага. А мы недавно узнали, что это одних добермана вывели. Я думал, наоборот, добермана сузили. А это именно от этого так, пошел. Так, ты можешь куснуть, да? Не, не кусается. Еще не кусается? Да, ему не... Как это? Ему не до этого. Си. Отойди, он тогда встанет. Вот красавец. Да ты что, доберман миниатюре, елки ты палки. Ага. Служебная собака. Это хозяин, прочим. Да, это хозяин. Здрасте. Подрастают малыши? Да ты что? Смотри, уже у зуба у того уже. А? Красавец. Уже пора гулять. А тот с разными глазами уже уехал? Вот тот, что у вас был эксклюзив, да? Ну да, такие долго не залеживаются. Ты же помнишь, какой был? Один и другой. А девочки на воле, а я сижу в тюрьме и мечтаю вскоре видеть их во сне. Ах, какая драма, пиковая дама. А где здесь мадам была у нее эти? Кто? Там английские, королевская и... Короче. А, кто она там королевой была в Англии? Не в начале, где-то здесь. Здрасте, здрасте. А вот спаниельки. Прямо сильный зоопарк, да, разные. Английский. Красивый. А, коржики, вот я вспомнил. Ах, какая драма.
Пиковая дама, всю ты жизнь испортила мою. Они с детства уже так. Они, кстати, очень редко прокатывают. Ох, этот вообще куда залез, прямо на самый верх. Ты бачишь? Смотри, поближе к птицам. А он показывает всю красоту. Это же известный из цирка собаки. И теперь я бедный, а я вот и худой, и бледный, никому не нужный человек. Понимаю, что фраза «собака похожа на своего хозяина» 100%. Да, так давно я уже это только срисовал. Мне интересно, Люк, на кого похож? На тебя или на меня? Почему? Не знаю. А чем он на меня похож? Хорошо, пусть будет на меня. У нас, Катя, этот, нестандартная ситуация. Какие красивые бенгалы, посмотри. Какое очертание, какая грация, походка, боже. Посмотри, какая у них оборудованная. Ну так. Я даже не знаю, что это. Место. А ты помнишь, фильм такой был, Джим Керри там снимался? Здрасте, здрасте. Они на таком же автобусе ездили, оборудованном. Ну это специально все для детей. Естественно. Очень красивые. Все лучшие дети. Что, двое осталось, да? Тех, что вы видели тогда, этих еще не было. Тех уже... А, это уже свеженькие. Это мы такие, извините, редко появляемся. Конечно, но ничего. Вы ко мне очень редко подходите. Там и сюда не часто. Я и говорю, давай. Ну, у нас же тоже дети, пока всех раздадишь. Мне эти тоже нравятся. Да. Красота, да? Прям хочется потрогать. Трогайте. Можно? Я вам позволяю, да. Можно? Я не позволю. А на ощупь? Скажи, норковая шубка. Какие люди, котик. Это выход из положения. Все, раз, смотри, как красивенько лежит. Смотри, какая прям. Да, это чудо. Это, конечно. И он не чувствует, что вы любите кошек. Видите, они кошатников хорошо чувствуют. Чьи хорошие детки. Да. А, вы хорошие дети. Да, она же у нас Беню вычухала, ей даже ветеринарки говорили, вам надо памятник поставить, Катя. Да. Ты что, возится с ними, с ложечки его кормит, там и все, ну, это вот и... Если это, мы несем ответственность. Угу. Все хорошо, начал кушать. Да, все, у нас Бенька начал кушать. Сколько? 26 дней ты его кормила? В этот раз да, в тот раз 43. Да, у него там просто интересное во рту случилось. У него организм отторгает зубы. Он думает, что это что-то инородное, и идет воспаление. Да, пришлось все зубы удалить. А и вот мы за два раза удалили, и после второго раза 26 дней он не ел. Швы там все дела. И Катя его с ложечки выкармливала, выхаживала. И все, и тут буквально позавчера начал аккуратно, без зубов именно жевать. Лохматить. Но подошел к миске, да. Начал, то есть учится еще, тяжело ему, но главное, ну, молодец. Что Настя. Процесс пошел. Процесс пошел, да. Самое главное. Боже, какие вы хорошие коты, ты смотри, такие чудные очень. Да. Пожалуйста. И что вы? Там мы бы взяли, но мы уже киви пообещали купить. А что, почем они, чтобы она хоть за что мечтала? 400 долларов. Катя, блин. И телефончик. Да дешевле, чем там, и дороже чуть-чуть, чем эти, елки-палки. Да. Телефон запиши. А, ну продиктуйте. 093. 68. 58. 57. 57. 947. Хорошие дети. Все, теперь я вас знаю. Все. Ты все. Да. Вчера готовили, сегодня ходим животных показываем. Ох, мне и пластинки вчера подарили, каноливые вообще, утесов, три. Это на Инстаграм. Вы... Ресторанчик. Да. Там, где трусы висят. То место, где в Одессе висят трусы. Так что, если есть лишние, приносите. У нас... повар, тот, который колорит. А, Марат? Да. Поехал сегодня на море. Мы до Бейцелы сполоснуть. А, как тот анекдот, когда Моня собирается, да, ему Сара говорит, а ты куда, ты такой нарядный, чистый собрался? Так иду, говорит, этот, на море яйца покупать. Она говорит, покупать? Нет, говорит, именно покупать. Да. Можно нет, уже, нет, Сереженька, идти? А то ты так красиво смотрелся среди пошли. Нам, стоит, разглагольствует. Спасибо идем. Большое. Не, куда ты, говорит, собрался, говорит, яйца покупать? Говорит, на привоз до тети Сони? Нет, говорит, на море. А вот они тебе, коржики. Да, сейчас покажу. Ёханый бабай. А ну покажите, я еще не видел сегодня. А ты что хочешь посмотреть? Да что-то хотят показать, а я хочу посмотреть. Сейчас, да. Я же ходил и не знал, что я хочу посмотреть. Какая жопа, посмотри. Ой, попа, боже мой. Фигура, Катя. А хвост, что у того пенисетума.
интересно. Здравствуйте. Здоровенькие были. Моя жена очень хотела вас увидеть. Сейчас пойду за ней сбегаю. Давайте бегать, а я тут постою пока, что-то посмотрю. Ага. Все, Катя, приехали. Да, Сережа, да это девочкам собрались показать. Ты-то чего встал? Девочки, смотрите, а мы... Встал и ждет. Что ты ждешь? Я смотрю, очередь надо по-любому стоять. Ты знаешь, что в Одессе? Невоспитанный. Пекинесы. Французский эпаньо, не выговоришь, бритон только могу. Ты посмотри. Тоже какие-то. Какая знатная. Не какие-то, а именно охотники чистые. Им что комаров, что лося гонять одно и то же. Всех загонят. О, смотри. А? Смотри на этот эксклюзив. Цверк. Еще немножко и будут стоять у него. Что, где ваша жена? А, вот вижу. Все. Мадам, здрасте. И вам, у меня для вас подарок. Да вы что, мне вчера уже подарили? Ёлки-палки, а я хочу... Ух, тупой. Вот такой, извините. Что вы нам были здоровы? Боже мой. Ёхали, бабай. С удовольствием. Фотографируемся. Конечно же. Катя, давай и туда, и сюда. Такой у меня еще не было. Вы что, сами ее ручками? Там вы что? Обалдеть. Давай. Иди к нам, ну пожалуйста. Так давайте сразу на телевизор, а да, потом. А ну, всей семьей. Можно, но... можно, можно. Ей что угодно можно. Я же ее люблю. Давай. Так что, я уже давайте ваш телефон. Да, наш телефон. Все. А давай нас свой красивый. Она с двух рук, вот тот, что известный, когда мог стрелять. Она его... Помочь тебе, любовь? Нет, ребята, а ну-ка, те, что повыше, идите вперед, улыбаемся. Давай. Улыбайся, я. Все. С вами. Порядок, оператор? Да, отлично все. Все, ребята, вам замечательных прогулок. Пожалуйста. Хороших находок. Спасибо огромное за авоську. Целую за этот шедевр. Я вас умоляю. Она мне тоже разрешает. Огромное спасибо. Он меня не целует. Сегодня не ожидали увидеть. Катя, да я тебе поцелую. Ты что? Все. А мы не планировали. Я просто говорю, что какое утро шикарное. Идем, пока не разгавкались. Хорошего дня. До свидания. И теперь я бедный, и худой, ох, бледный. Ох, Сережа, скоро у тебя будет, Катя, прямо выставка. Коллекция? Коллекция, да, слушай, да что-то ты что, в этом я есть. Не знал, что я их собираю. Обалдеть. Не, это же не простая, это прямо именно ты шо? Прапор наш, поближе к сердцу. Ну что, идем киви купим и погнали. А я думала, забудешь. Не, Катя, я хочу, говорит, чтоб... вот эти пенисетовы пердолить не буду, Катюня. Катя, я буду пердолить, не переживай. Возраст позволяет еще, так что... Слава Богу, Сереженька, слава Так что поясница еще не один огород будет. Ты проходи, облагораживать. Интересные кадры. А что, проходи, если я стою в очереди, машины едут. Так ты же за киви собрался идти. Правильно, ну так киви через дорогу, чтобы пройти через дорогу, надо всех пропустить. О, мадам, какая Да-да. Кашкет какой. Я тоже обратила внимание. Здрасте, здрасте, здрасте. Все, а я здесь, да. Да, рыба моя дорогая, где твой ресторан? Прямо. Королева 88/1, вот вам номер телефона, забегайте в любое время. Вот такие караси и все, что с этим связано. Все, крепкого здоровья. Спасибо. Спасибо. Ой, блин. А плов вчера какой бахнули. Та ты шо? Фазили Марат готовил. Шалом. Все, друзья, от всей души с хорошим настроением. Для вас, чтобы меня не грохнула машина, прогулялся по воде. Пиво, слышишь, что я говорю, боже мой. Я буду пиво? Что ты сказала? Липован бежит покупать пиво. Ну и после этого дела, конечно, заедем в трафу, что-нибудь обмоем. Все, всем пока-пока. Любим, ценим, обнимаем. Короче, вот все, что хорошее можно сказать, вот это все для вас. Шо вы нам были здоровы. Чао. Эх ты, Катя. Погнали за киви, а потом по барахолке, а потом шо потом? А потом куда, как занесет нас? У меня куча планов на сегодня. Слава Богу. Надеюсь, на ту присказку, кто рано встает, тому Бог дает, что мы все успеем, Сереженька. Брат, шалом. Ты что, все известные тут на машинах катаются, а мы с тобой ногами ходим. Ай-яй-яй. Мадам, заворачивайте. Пришел. Я не могла просто клюнуть, понимаешь? Мне пришлось ее поглотать, знаешь. Какой вы нам хотите дать? Вот тот, чтобы сразу... Я вам хочу дать вот, привитый. Слава Богу, все. Видите, вот, ага. Скажите, мне надо будет его стричь или пусть растет, как он хочет? Значит, потом.
полтора метра вы должны пустить. Вот такие вот, как раз два рукава. Да, два по полтора. А остальное вот пускайте в бок, и по ним в следующем году пойдут ветки. Все, он по понял. Типу винограда? Да. Да, да. Да, 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 да. Я видел, как он растет. Буквально недавно мне фотография попалась. Арка. Вот как виноград, арка из киви затянута. Во-первых, и сверху листья, а да, внизу эти и тень киви. Шикарная. А на зиму он сбрасывает, да, эти листья? Лист, да. Обязательно. Все. Значит, готовьте ваши гроб. Смотрите, еще. Если есть коты на участке соседские, или этот самый, поставьте вокруг 4 колышка и сделайте что-нибудь натянуть? Волокном. Потому что они как на валерьянку на молодые вот эти побеги идут. А, подрезут, и будут... Подрезут. А, я понял. Идут. А дальше себе все, ничего. Хорошо. Обязательно залейте хорошо яму, чтобы у него пошел вглубь корень. Так и сделаем. А кислая среда какая? Значит, желательно добавить хвойной. У нас фар, есть. Фар. Все, все, мы так и сделаем. О, да. Только надо сыпет заехать так, купить. Так, давайте. Я положу в кулек. А потом... Добро. А я сейчас сразу как в машину. Ой, ой, довольный. В агромаркет заедем, удобрение накупим. Тебе надо что-нибудь? Сыпец нужно для корешка, там корешок. Хорошо. Девочки, не шутите с сыпцом. Разведете медведку и хруща. Ты поняла? Возьмите, йо, такую. Спасибо вам огромное, так мы уже недаром зашли. А я копаю огород, а я думаю, что у нас их прямо уродило. Это разносятся, там личинки. Да, да, жирные, сочные, хочется. А что прямо... нужно брать? Вот такие удобрения, которые разводятся, разводятся. Сыпец, там медведка, так вам будет. Да, это же навоз говно, елки-палки. Да, всегда мы раньше вот это вот взяли это и забыли. Мы кормим. Все. Но мы тоже кормим. А вот когда пионы сажаешь, берешь яму туда, сыпец. Можно квас? Пожалуйста. Ты поняла? Просто мне можно... интересно, нет, вот когда ты яму формируешь большую, туда вот кладешь грунт, сыпец, песочек, я тихо. Ладно. Все это перемешиваем, чтобы она была такая активная яма. Значит, и тогда туда же от хруща и от медведя. Все, я. Тогда мы делаем все правильно. Все, да, мы делаем. Ты деньги отдала? Нет, еще. Так давай бегом. Сейчас у меня вот пришли, говорят, ну чем хруща вывести? Говорят, деревья живут. Этот самый сыпец сбросали. У нас очень костная почва, мы не можем на такой выращивать. Я говорю, для этого есть хороший торф, смешали. Или в крайнем случае опад от листьев, перепревший. Понятно. Это годится, там шкурки от этого самого компост сделать. Все туда, не, и яма есть компостная. Потому что невозможно избавиться от медведки. Спасибо. Все, научилась, запомнила? Да. Не забудь.